Skyrim Anniversary Edition, дамы и господа, я все еще шустро. Здравствуйте. Мы продолжаем квест «Призраки Трибунала», если я не ошибаюсь. А я не смотрела, я ничего не готовила, ничего не сделала, я молодец. В общем, мы следим за нашим дорогим другом-стражником для того, чтобы зайти в этот подвал и, я так понимаю, забрать шлем. Потому что в прошлой серии я чуточку накосячила. Опа, это кто там бежит? Какие прикольные, значит, вдалеке так чуть-чуть размыто, это не силуэты. Это не Моргтон. Что, мне кажется? Мне кажется. Я пошлю твои уши по эти. Блин, по-моему, Лида, да? Нет? О! Да как ты, блядь, это делаешь? Я просто только что проснулась такая. Мне такой кипиш вообще не с руки. Так, микрофон. Они задолбали, ей-богу. Ходят тут и ходят. Нападают и нападают. Вон, бегут крысы. Ой, это охотник был. Теперь ты поплатишься. За что? Кому? Ага. Интересно, мне за это прилетит? Если придется, я тебя убью. Лида догоняет. А ты куда? А ты куда? Не уходи, братан. Привет, броня скала. И чё? Что это было? О, кристалл для кузницы Фаубтарза. Отлично. Маска Вивека. Так, выполнить задание 2 из 3. Хорошо. Что тут? Полоска кожи. Так, доверяй, но проверяй. Выполнено. Замечательно. Смотрим, что осталось дальше. Вот что мне надо было погуглить. Точно.
Вернуться в курган. Окей, погнали в курган. Боже, что было сейчас только что с этим? Подожди, так это все это время сейчас был этот? Все это было время сейчас это были охотники? Я так знатно наебался? Неважно. Я сказала, неважно. Никто об этом не узнает. Господи. Четкий выстрел. Так, ну что тут у вас? Вы столько денег сюда влили. О-о-о. Теперь вы все тут умерли. Найти Ралиса. Лорд Азидал требует крови. Я с радостью ему служу. Души нанятых работников столь жалки, что иногда для достижения эффекта требуется сразу несколько. Я не буду больше ничего писать, об этом нет нужды. Настало время пробудить повелителя и дать наконец-то ему то, что он заслуживает. Ах ты сука! Смотри, какой козел. О, похотливо органианскую деву почитывал. Угу. Бедные шахтеры. Так, вот здесь, по-моему, нас ждет маска, которую... Вот про маски я помню, что я гуглила еще в прошлом году. Что этот, как он? Здесь будет маска, которая... Блин, здесь будет драконий жрец, который даст нам маску. А, смотри, этот козел жертву приносит. Вот гнида уссурийская. А вот и стеночку откопали. Тихо. Ну давай, всасывайся. Ветер, циклон. Та-та-та-ра. Я. И что? Что за невидимая стена здесь? Это что такое? Так. Ну, так темно. Блин, на самом деле мне сидеть неудобно руке. Висит немножко и... Надесу... Блять. Я тебя спасла, Лида. Ты мне должна. Что это? Кошелек с монетами. Мы, надеюсь, хоть правильно идем-то хоть. Палач. Это был только что крик. А, погодь, точно, мы же здесь были, да? Именно здесь мы и закончили в прошлый раз. Типа. Я еще такая подумала, ну, типа, не судьба. Там по-любому кольцо этого, второе кольцо ожидало.
А может и нет. Не, ну кольцо-то понятно, что там лежит. Так, нос чешется. Вопрос. У меня раскопки. Господи. Ага. Я просто не помню, честно. Я последний раз в Skyrim писала. Да, ну здесь мы были. Но мы сейчас, по-моему, выйдем туда же, нет? О, здесь появился второй шахтер. Здесь была только девочка. А здесь мы взяли колечко, да? Ну да, мне туда. В любом случае, я более чем уверена. Типа, коль там драугры, значит, нам туда. Только бы понять, как и что сделать. И зачем? Это просто ловушка или нет? Я балуюсь. А, окей. Азидалово, кольцо волшебства. Да, точно, у меня же дыхание водное, да? Вот ненавижу такое говно. Так, хорошо, это не отменяет того, что... Алиса найти. Это не отменяет... Так, ну вроде типа сюда и куда-то... Это не отменяет того факта, что я не особо понимаю, куда мне было это идти. А ларчик-то просто открывался. Ну, бывает, ладно. Невнимательность наша все. О, ты здесь? Ага, рыба. Рыба. Подожди. А что будет, если сделать рыба-рыба? Азидалова броня возмездия. А можно сделать так? Нет. Потому что меня это раздражает жутко. Так, давай посмотрим. А, есть небольшая вероятность того, что враги, ударившие вас в рукопашную, будут парализованы. Прикольно.
А кольцо, я знаю, что оно дает новые заклинания, типа, на типа поджиг и что-то еще. О, запасают нас. Сейчас будет пиздец. Понимаю. Так, опять. О, стол грин. Напугал. Стол грин мы заберем. Не знаю, на кого он мне нужен, но заберем. Так. Чисто теоретически. Где-то должен быть ключ. Но чисто теоретически это можно подобрать. Блин, я помню, была какая-то игра, где я кот помню подбирала. То ли это был Бэтмен, то ли еще. Вот мне в прикол, видимо, было сидеть и заниматься подбором пароля или что-то такое. Ух. Дебилизм. Так, все? О, красиво. Еще одно слово стены. Угу. Больно-то как. Есть у меня что-то типа яда, который я, конечно же, проебу. Ой. А, то есть это могло бы быть дальше? Объяснитесь с Ралисом. Азидал увеличивает сопротивление огню на 50 и урон от заклинания огня. Блин, мне кажется, для вампиров, наверное, пушка. Ну чё, гнида? Что будем с ним делать? О, боги! Что случилось? Что я натворил? А что тут происходит? Я не помню. С тех пор, как я сюда до Колберна добрался, в моей голове шепот, голоса, мысли, образ. Когда я приступил к работе, голоса стали громче. Пару раз я даже сознание терял. Это было прямо перед тем, как драугры проснулись. Ты убил шахтеров. Прикол? Не знаю. Может быть. Этого хотел он. Хотел их энергию. Я не знаю. Очень надеюсь, что не я. Но может быть, я. Пожалуйста, поверь мне. Жалко же его, нельзя отдать под правосудие там или еще что-то. Ладно, пошел в жопу. Конечно. Даже слово курган больше слышать не хочу. Никогда. Я отправлюсь в Воронью скалу, а ты никому не говори. Если мы там встретимся, просто кивни мне, и я помогу, чем смогу. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Просто сохраним это в тайне. В плане «следуй за мной, мне нужна твоя помощь»? Сэра,
Ну, уж чё-чё, а его помощь мне не нужна. Так, аметист, денежки, корона. Хотя мне тоже это все не нужно. О, мой бог. Нет. Первый раз вижу что-то подобное. Ух ты. Нет, ну нет, ну нет. Только не это. Да. Мне нравится реакция Лиды просто. Начата черная книга, фолиант, филигрань. Блэд, выглядит как-то не очень. Стой, 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 в смысле? Угу. Так, а где здесь? А вот он. Ты всегда теперь тут? О, луркер. Блин, я не понимаю, где эти световые штучки. Это тут катается. А, подожди, мой свет тоже подходит? Так. Изменившаяся кость. Ну, благо это было недолго. Чё даёшь? Секрет силы. Силовые атаки не расходуют запас сил в течение 30 секунд. Заклинания не расходуют магию. Половину урона в течение 30 секунд. Блин. Хм. Ну ладно. Фу. Якомерзость.
Ну, благо это было недолго. Мы выжили. Привет. О, спасибо. Теперь у нас еще одна черная книга есть. По-моему, еще две осталось пройти, если я не ошибаюсь. О, прикольно. Я такой быстрый переход. Так, хорошо, с раскопками закончили. Теперь мне надо прерваться и посмотреть, где мне искать того самого... Ну, вы поняли, короче, то, что я вам уже рассказывала. Моя голова абсолютно не работает. Бывает. А вы знаете, до меня это очень долго доходило. Как же, где же это найти, когда, блядь, это оказалось в Скайриме? Пока я не... Ой, тихо, спокойно. Пока я не погуглила конкретно, что за Карген... Ну, вы поняли, короче. А это оказалось ничем не примечательное. Вемерские руины. Снова! Хотя, с другой стороны, чего мы... Каргензел. Так что нас ждут еще одни двемерские руины. Бедный зайчик. То есть, по факту, можно было эту маску найти еще до того, как... До того, как отправиться на Солстейн. Дурное у меня предчувствие. Так. И что? Ёб твою мать! Фига себе! Фига. Вот это да. Вот это да. Так. Найди пропавшего викария. Ну, вроде как, я не знаю, типа, правильно, неправильно. Алмеры? Мощненько. Я уперлась в камень. Мяу, да. Чё кричишь? Лунный камень нам не нужен. Чё-то я так и думала, что ты отсюда выпрыгнешь. Уф.
Мощнючим, мощнючим. Знаете, что еще напоминает? В ледниковом периоде. Помните мост? Ну, в каком-то там последнем. Когда уже родилась эта. Мантенок родился. Персик. Да ты задрал, ты умрешь, пожалуйста. У меня лук залагал, замечательно. Ну, пожалуйста, отпусти. Спасибо. Да, обожаю. Сим, не кричи, пожалуйста. Что случилось? Что случилось такое? Чем ты недоволен? Мастер укрытий. Ну, такой уж ты и мастер укрытий. Надеюсь, у них ничего. Ксим, чего случилось? Не кричи, пожалуйста. Сунудучок. Мне, в принципе, даже деньги уже не нужны. Хорошо. Все. Кот изгнан в Обливион. Пещера Каменный ручей? Серьезно? Лида! А почему раньше нельзя было в пещеру Каменный ручей, как бы, я не понимаю? Может, ты сможешь мне помочь? Маска у тебя? Да. О, отличная работа. Вот, это чтобы тебя отблагодарить. Маску? Да. Беспечность наказуема. Вернуться в храм. Да, вот именно здесь вот этот лук я и взяла. Гибельная грань. Так, ладно, хорошо, встретимся в храме. Так, вопрос. Где маска Альмалексии? Может, она там? Типа она у них есть, а может, нет. Не знаю. Может, я где-то что-то прорафляла? Это как-то не похоже на пепельного зомби, но спасибо, ладно. Что это происходит? Братаны, я иду. Да блин. Да блин. Я тебя положу. Тупо мужики в трусах, которые даже не имеют голоса. С тобой. А нович, в смысле новичок? Вы просто закрыли храм или что? Ну, логично на самом деле. Привет. Сэра. Мунсэра.
подожди. Очистить храм от пепельных зомби. То есть еще не все. Или это там? Только быстро. Wait a minute. Ну, скорее всего, они за пределами этого говна, потому что они были здесь закрыты на ключ. А, вон вы где деретесь. Музыки нету, того, что это бой. Звука у них нету. Поговорить с матриархом. Готово. Матриарх. Здесь, не здесь. Скульптор. Эти ваши катакомбы. Она типа, ну, в какой-то комнате сидит, что ли, или что? Да. Здравствуйте. И что же тебе понадобилось? Все. Так, письма с ее словами были мною розданы. Хорошо. Возьми это в знак признательности. 1500. Мне удалось выполнить, разобраться с теми тварями. Да благословит тебя Азура. Ключ от оружейного трибунала. Я могу что-нибудь еще сделать? Конечно. Все написано в записке. Записка матриарха. Начато пепельное сердце. Записка матриарха. Поискать улики вооружений. По храму давно уже разносятся слухи о возвращении Шармата, распространителя корпуса, осквернителя душ, создателя Акулахана. Я, конечно, имею в виду нагубного Дагота Ура. Теперь мы знаем, что слухи о нем распускал жрец-предатель, когда верно служивший и некогда верно служивший ей. Прорицатель, некромант и мой бывший друг Эрден Релвер. Это его выкормили. Чего, выкормыша? Осуждают ее храм, но откуда у него такая сила, я не знаю. Боюсь, что ответ спрятан в оружейной. До того, как мы начали строить этот храм, мой предшественник одарил меня подарком, хотя, вернее сказать, ответственностью. Это была коробка. Ей надлежало поставить в оружейной и никогда не открывать. Вообще-то в одной упоминался о ней голос... Упоминание о ней, его голос дрожал, а пальцы стискивали коробку так, словно уронил он ее, и мир тот же рухнет. И поэтому я прислушался к его словам и никогда не заглядывал внутрь. До сегодняшнего сегодня я не знаю, как открывается здание ворота. Но для постройки храма понадобилось много рут, и не только ее рук. Может, кто-то и сумел пробраться внутрь. Возьми ключ от оружейной и обследуй ее. Зло удастся уничтожить лишь всеми силами трибунала. Так, что это такое? Добрый день. Нужно что-то? Так. Типа быстрый чекспот? Нужно что-то? Нужно, чтобы ты отошла. Говна, отойди.
Так. Манекен. Маска Альмалексии. Угу. Опа, камушек. Нужен ключ. Прикольно. Ого. Ого. Фига. Сейчас я все почитаю, подождите. Блин, прикольно. Сейф. Так. Решить головоломку в оружейной с помощью манекенов. Матриарх не говорит о том, что именно заперто за этими воротами. Она говорит, что это часть нашего служения богине и трибуналу. Но Эрден был прав. Артефакт говорит с нами. Я слышу биение его сердца в своем горле, точно цокот катящегося камня. Тук-тук-тук. Занятная песенка. Биение каменного сердца. Но ворота, тем не менее, стоят тут непреодолимые преграды. Я вижу, не вижу ни рычков, ни цепей. Не нахожу тайных кнопок, спрятанных под шкафами. Тут нет ничего, кроме нескольких сломанных колонн и манекенов, а от них безразличного взгляда я устал настолько, что нацепил на них маски. И именно тогда меня озарило, а что если манекены и есть ключ? Три лица, три маски трибунала, но какую маску надевать на каждую из них? Когда память подводит меня, я иду в мастерскую скульптора и молюсь у святилища, чтобы способствовать благословению символов. Теперь, кажется, я могу решить эту головоломку, но без масок проку от этого нет. Эрден не любит, когда я начинаю тревожиться. Он убеждает меня быть терпеливым, говоря, что наш хозяин укажет нам путь, невзирая ни на какие маски. Мне остается лишь верить ему. Так, ну, чисто теоретически, посередине Альмалексия, как мы помним, это в одежде, да? Слева сота сила, да? Блин. А справа Вивек. Да? Осмотреть сундук. Записка Эрдена Релвера. Огонь надежды. Наносит цели 30 единиц урона электрическим, вдвое меньше урона магии. Кольцо заживления. Здоровье восстанавливается на 30% быстрее, не доэдрическая кольчуга. Окей. Прочесть записку. То есть он все-таки ее открыл? Мне говорили, что без масок ворота не откроются, но жрецы недооценивают волю моего хозяина. Дагот Ур открыл ворота и позвал меня к себе, и когда я надеваю его лицо, то изрекаю его истину. Из слов я извлекаю лекарство, которое разойдется по всему миру. Мой брат по храму Артемис получил его благословение первым. Его некогда унылое лицо приобрело замечательную форму, а рот навеки изогнулся в приятной улыбке. Я думаю, он доволен этим применением, и я не слышу от него ни единой жалобы. Я чувствую, что теперь он по-настоящему счастлив. Возможно, вам уже довелось встретиться. Возможно, он уже пал от ее руки. Возможно, питомцы моего хозяина, заполнившие ее храм, торжествовали, тоже встречали тебя. Я знаю, что это произойдет, ведь должно настать время, когда герой трибунала бросит моему хозяину вызов, как сделал когда-то Наривариин. У трибунала три головы, и все они будут на твоих плечах. Открыв этот путь, ты заслуживаешь смерти от руки моего хозяина. Приходи на кладбище у Тельмитрина. Там создание моего хозяина отведают твоей плоти. Угу. Я бы хотела на самом деле маски забрать. Вот. Ну и вот эту. Ага. Крушитель черепов.
Давай читать. Гибель мага отнимает 60 единиц магии. 30 урона солнечным светом, наносит тройной урон нежити. Ага. Так, 30 этот, понятно. 50. Слушай, Лид, хочешь что-нибудь? Я все еще здесь. Чем могу служить тебе, мой Тан? Вообще, на самом деле, плевать, что она захочет надеть, что нет. Ой. Угу, все. Тогда пойдем. Она захотела надеть его. Так, пойдем смотреть, куда нам надо. Обнесли, значит, оружейную. Ну, там еще есть броня, которая как бы нам тоже интересует. Нас тоже интересует. Просто здесь такие стоят, ничего не делают. Ладно, хорошо, давайте так. Типа, встретимся на кладбище. Че у вас? Да блин. Он уже здесь. Ой, вы видели, как он погнался за ним? Забрать маску до Гота Ура. Извини. О! Кристалл. Так, у нас 4 из 4. Фига. Мантия Лича. Так, вы все-таки приперлись, да? Ого. Окей. Эбонитова. Ну, не вижу смысла туда переться. Я чё, сейчас. Когда смогу телепортироваться. Мне что нужно? Мне нужно применить вот эту вот херню, да? Пойдемте пока в ту сторону. Вот, все, я могу уже. Значит, встретимся там. Так. О, да, эти кособокие коридоры. Кузница. Так, поместите кристаллы в кузницу, выполненную. Зачаровать. Угу. Сюда надо... Нет. Понятно. Сюда. Ларчик просто открывался.
Окей. Поместить незачарованное оружие в кузницу. Все? Забрать истинное пламя. Забрали. Вот оно. Я что-то прочитала, что этот клинок был подарен каким-то королем. Ну, я просто в Тестере не играла, мне надо кидаться тапками на свадьбу Неревара и Альмалексии. Вопрос. Серьезно? Так мы же играли за Неревара, нет? Или мы играли за Нереварина? И это другое. Неревар это друг... не шарю, короче. Кто шарит за Моровинд, объясните мне, потому что мне дюже интересно, чтобы не копаться в тоннах Википедии. Так. Уязвимое место. Так, понятно. И, собственно, вроде как здесь. Свои владения, найти книгу. Кстати, где она? Не здесь, понятно. Можно кулоны еще попродавать. И что касается именно... Да, у нас еще Кагурумес, я в курсе. Вот. Но что касается по факту вот этого всего, здесь все в плане Солстейма. Ну, мне так кажется. Поэтому скоро будем отправляться отсюда уже. Получается, нам останется реально зафармить Кагурумес, сделать там лук, по-моему, там еще павука можно получить. Две мясского, как питомца или что-то такое. В общем, смутно знаю, но потом обязательно это сделаем. И что еще? Да и все. И надо будет отправляться уже в Драгонборн. И надо будет что делать еще? У нас гильдия воров осталась. Но это когда камушки дособираем. И когда этот... Динь-динь-динь. Гильдия... Темное братство. Вот. Ну и получается, что... А, ну и главный сюжет. Ну, так что еще есть чем заняться. А на сегодня все. Призраки трибунала The End. Увидимся в следующей серии. С вами была Шустра. Пока-пока.